Глава Кашхабского района Заур Хамирзов провел очередное заседание оперативного штаба. Помимо заместителей главы района и начальников управления, представителей Роспотребнадзора, участие в мероприятии в режиме ВКС приняли главы сельских поселений, руководство сфер здравоохранения и МВД. Традиционно в первую очередь был заслушан доклад об эпидобстановке в районе. Вслед за этим был поднят вопрос возобновления транспортного маршрутного сообщения. По словам докладчика, первого заместителя главы района Руслана Емыкова, по-прежнему положительное решение данного вопроса зависит от решения оперштаба в Адыгее и Краснодарского края. В предстоящей работе дежурных групп в дошкольных образовательных учреждениях района был посвящен доклад начальника управления образования Асиат Берзеговой. Было озвучено, что планируется на базе 3 дошкольно-образовательных учреждений района открыть 12 групп с количеством детей, не превышающим 9. Председатель оперативного штаба поручил детально проработать вопрос организации предстоящей работы этих групп с учетом норм и предписаний Роспотребнадзора. Проведение предстоящего голосования за принятие поправок в Конституцию Российской Федерации в условиях пандемии также было вынесено отдельной темой в повестку дня. Как и в предыдущем случае, упор члены оперативного штаба сделали на сохранность жизни и сбережение здоровья всех участников голосования. Глава района поручил детально проработать возможность голосования граждан на дому, подготовку избирательных участков, обеспечение строгого контроля исполнением рекомендаций по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В конце заседания председатель оперштаба отметил, что нельзя ослаблять информирование населения о необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории 65+, проведения похоронных обрядов, строго придерживаясь официальных рекомендаций. По решению оперштаба, приближающийся христианский праздник Святой Троицы будет проведен, как и предыдущие религиозные празднования, с особенностью, исключающую массовое скопление людей.